Чё ты, Манау? Чё ты, Манау? Всё ты... Ой, корова ровут. И котики гуляют. И муж работает. Боже мой, проезжаю мимо. Думаю, какие страсти творятся. Миншаре, ман, ёбер, Одни работают, вторые присматривают. Да. И вот где-то здесь был у меня этот самый пион. Где он был? Муж каждый год встрезает его. Где он сейчас? Не знаю. Зато вот здесь вот... вот это пионы. Пиончики древовидные. Проклюнулись. Ну и заодно и крапивка поползла. А вот здесь вот эта красота зацвела, желтенькая. Желтенький цветочек для желтенького котика. Давай, давай, греби. Греби, давай, давай, давай. Молодец. Будем собирать, вот а то все жалуются, что старую траву никто не собирает. Давай, тюфсик, давай, греби. Вот, молодец. С добрым утром. Меня с добрым утром, а вас хорошего дня. Вот, еду на работу. Вчера был выходной, полдня проспала. Потом несколько часов проездила на мероприятие на одно, так сказать, навстречу. Повстречались, поговорили. Потом вернулась домой, да, собирала свои чемоданы. Да, собирала свои чемоданы. Ой, какие у меня хорошенькие. Муж вчера немножечко попилил. Немножечко. Но я так поняла, что силы у него на все и сразу не хватило. Говорит, тебе, наверное, придется въехать и задом сдать. Я говорю, ну ладно, я как бы с этим... Я как бы с этим была... Ой. Что я была? Ну, короче, я понимала, что это быстро не сделается, потому что если понедельник, вторник, среду по вечерам какие-то другие занятия, у меня тоже то работала, то собиралась, то паковала, то никто эти ветки сами не уберутся, гномики не это. Гномики по ночам не работают. Вот, и сегодня утром встала, покормила этих ушастых. И можете меня поздравить, я сегодня подрабатывала швейцаром у этих пушистых зануд. Один выскочит, мяу, открой дверь, мяу, закрой дверь, мяу, открой дверь, мяу, мяу, мяу. Я не знаю, сколько они сегодня бегали туда-сюда. У них есть люк, но когда я на месте, обязательно нужно повести и показать. Вот открой дверь, открой мне дверь, пожалуйста. Значит, одного выпустила, дверь захлопнула, как раз вот это самое. Выхожу из ванны, второй сидит с другой стороны. Увидел меня, мяу, хотя люк открыт, засранцы такие. Вот, в общем, я сегодня подрабатывала швейцаром. Я думаю, что котики мои остались довольны. Так что, возможно, мне еще прилетит какая-нибудь эта самая вкусняшка от Тюфсика с Фоксиком. Надеюсь, дохлая. Не живая, потому что я забодалась ловить этих живых мышей, которые они приносят. Ой, что-то еще хотела сказать. На работу. Сегодня самая дурацкая смена. Ух ты! Кто-то ежика отправил на радугу. Да, в общем, сегодня самая дурацкая смена, потому что она с 12 до 19. Самый, так сказать, трафик. Сам все едут. Все едут на дачи, с дач, с города в город, кто отдыхать, кто в кино, кто подальше от людей, кто наоборот к людям. Так что с 12 до 19 это
самая такая адская работа. Вот, потом поеду домой. Надо будет сразу запаковать. Вчера все собрала, все сумки. Все сумки. Думала, в этот раз поеду как леди. Да. Две сумки, три сумки, четыре сумки. Думаю, ой, какая я молодец. Всего лишь четыре сумки. А потом думаю, твою ж дивизию, я ж не положила мыло. Ну, еще плюс две. Потому что неудобно носить эти ящики, вот, когда они... Ну, то есть, они хорошо ставятся друг на друга. У них есть специальные такие пазики. Но, в общем, когда ты вот это все заносишь и выносишь, лучше, конечно, все это нести в сумках. Ну, в общем, еще плюс две, потом еще сумка со всеми причиндалами, которые для рынка нужны, а там ножницы, я не знаю, пластик какой-нибудь, полиэтиленовая пленка, если вдруг будет дождь, ножницы, в общем, все, что только нужно, прищепки, крючки, тремпеля. Короче, все. Все какие-то аннотации на то, на это. В общем, все свое годами проработанное. Так что сумка у меня это прям золотая, потому что там лежит все, что нужно. Сантиметр. Господи, что там только не лежит. Я даже сейчас не вспомню. Но в любом случае, если что-то случится, вот так вот залезешь в эту сумку, и там все, что нужно. Вот, так что вчера я думала, сниму, как я все это пакую, но с другой стороны, как раз позвонила подружка, то мы с ней ля-ля 3 рубля, и я быстренько все запаковала эти свои сумки, посмотрела на них, думаю, твою дивизию, я как леди. Что по жизни таскаешь эти сумки, что на рынок, что с рынка, все равно с сумками. Вот, так что вернусь домой, запакую машину, все эти столы, стулья, все эти причиндалы, сумки. Вот единственное, как бы, не знаю, брать с собой этот. Ты мой золотой, а все ты притормаживаешь, а все ты притормаживаешь. Блин. Мы вдруг решили остановиться практически посередине. Зашла в магазин только что. Ну там кое-что купить, там это сам завтра на ярмарку. И вот, ну, какой-то полик, что-то там. Лепту все. Ну, значит, расплатилась и стояла. Зацепилась языком, как говорится, с барышней нашей. И ля-ля 3 рубля. И, значит, она, я говорю, что ж у вас нету этого. Вроде как были раньше всякие там семена. Ну, он говорит, пока то, пока все. Она говорит, вон там стоит. Ну, я, значит, пошла. Так я не о том. Пока я там, значит, это самое за семена высматривала, что-то зашла девушка и, значит, взяла на пятничный вечер такой джентльменский набор. Две огромные упаковки пива. Я даже не знаю, сколько там. А что это я? Извините. Заглохла, походу. Там, значит, две больших упаковки. Там, по-моему, 6 по 18 банок пива. Две пиццы. Самые дешевые, какие только есть. First price. Ой. И что-то еще такое. Не это самое. Не помню. Но, в общем, это самое.
18-36 бутылок, вернее, банок пива, две пиццы. Пятница, думаю, удастся на все 100. Кстати, у нас сейчас вот 8:01, то есть 20 часов 1 минута. Светло. Норвегия начинает двигаться к лету. Сейчас все ближе и ближе, все светлее и светлее. В общем, часов до 11 будет очень-очень светло. Так что можно практически книжки читать на улице. Будет сплошная экономия электроэнергии. Моя какая продуманная. И где там? О, птица. Все, ты мяу. Где ты тут? Умявал куда-то. Ты исследователь ушастый. Да? Как жизнь молодая? Как жизнь? Куда ты пошел? Здороваться будем? Вы не хотите со мной здороваться, нет? Тюфсик, а ты со мной хочешь здороваться? Здравствуйте, Тюфсик. 8 часов тебя не видела. Да. Ни тебе мяу, понимаешь, ни тебе мур. Вот. Мне нравятся эти товарищи. Сидят, смотрят. Сейчас глянем, куда они смотрят. Они туда смотрят. На водичку. Да? Не, ну вы видели этих двух котомордей. Все. Ладно, все. Хватит. Хватит бегать. Мне надо машину грузить. У меня, в общем, дорожка не прорублена, как в той былине. Через город Чернигов короткая дорога шла, прямоезжая. Но дорожку не это самое, поэтому будем в обход ползти, потому что соловей разбойник там зубы скалит. Здрасте вам, вышла с машины, они уже сидят. Ждут, так сказать, время помогать. Ну что, поснимаем немножко мультиков для интереса. Правильно, Фокси, давай, смывайся оттуда, смывайся. Исследователи на другой стороне дороги, вон там Фоксик рыжеет, засранец. Сосед покосил тоже свои кусты. Вот там у нас Тюфсик. На чем это он там сидит? На камне, что ли? Красота моя. Ой, ой. Вроде про это самое прочухался. И здесь тюльпанчик,
И здесь мускарики мои. О, Тимосик, масявочки.